Всем здравствуйте, всем привет. Я не помню, я дня 4 не заходил, да, на сервер. Ладно, вы мне можете рассказать, что вот это за троллинги у нас в городе? То есть, я бы конкретно у Никиты бы спросил. Конкретно вот этот вот или вот этот вот? Смотри, вот там тоже еще троллинг присутствует. И вот еще троллинг, вон там троллинг. Ну да. Здравствуйте, я, собственно, тот, кто эти троллинги исполнил. Ну, вы следующий вопрос предугадаете или задать? Вы хотите еще? Не вопрос, конечно же, сделаю. Там диаметрально противоположного. Ну да, 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 типа отзеркальте вот его. Я географию плохо изучал. Ну смотрите, тот можно прийти и, собственно, посидеть вместе с ним и почилить, посмотреть на мост. А тот, это ваши, ну, зачем нахуй нужен дирижабль, если на нем нельзя сидеть? Ну вот он сидит там. Ну да. Не, вот в принципе, логично. Подождите, а Hello Kitty, да, поподробнее вот с этого момента. Вот это что вообще? Это гроб Hello Kitty и Куроми, вот, там еще дом есть для девочки. Подходит ко мне Рен Крюль и говорит, а кто такая Сая Мун? Я сразу понял, что хочет к ней подкатить. Сразу. Да, клевета, 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 заткнись. Я ничего не подходил. Вот ты мне 8. Клевета. Увидел на вебке девочку красивую и сразу начал. Так, думаю, это поет клевета. Клевета. Это полная клевета. Клевета. Смотри, он типа ее не замечает, он типа мимо нее смотрит, кстати. Да, да. Да, да, он да, на да, нее не смотрит, да, глаза да, и не может посмотреть. Волнуется. Да, да. Не, ну мы вам можем организовать свидание, если вы хотите. А ты из Питера, да? Саймун. Нет. А, ему придется к тебе ехать, походу, нет, да? Ничего, он богатый, он ЕКБ, она из ЕКБ, я ее приведу в Питер. Мы договорились, да, что я за свой счет, она слетает со мной в Питер. Да. Это подарок на день рождения, вы что подумали? Ну да, 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 я тоже всем незнакомым игрокам с СП дарю подарки на день рождения, поездку в Питер. Это я согласен абсолютно. Да, нежный пират. А что, ты хочешь, чтобы я тебе в Дискорде ответил? Я тут живу, вот это моя кровать. Вот здесь. В смысле, правда тебе? Так я тут работаю. Сюда. А кем ты работаешь? Кем ты тут работаешь? Всем, я сразу. Тут все это забанит. А, ты массаж делаешь? Давай, пошли, делай массаж. Нет. Это все, что он умеет. Ищи паку на СП, ищи паку на СП. Всем здрасте, подписчики, всем хеллоу, всем привет. Так, алло, еще раз здравствуйте, что меня, кто меня просит? Алло, алло. Да? С днем рождения! Это неправда, господин, вы ошибаетесь. Не-не-не, это у меня даже, нету. Пиши мне в ЛС. Так. Глухой, немой. Так, блять, подождите, вот с этим я согласен, я уточнил, Соня придет, это окей. Вот у меня есть по вот этому поводу вопросы. Это хуйня полная, типа. Так, тут реально все тут что-то сидят. Здесь Саша. Так, здесь что у нас там? Не понял нахуй. Это какой-то, это день рождения? Это мой день нахуй или день каких-то пранков ебаных? Зацените. Смотрите, какая красота. Капуцк. Алло, алло. Алло. Да, да. Вы ждете чего? Мы денсер пати. Не, привет, Кирилл. Во сколько начало, Жрак? Привет. С днем рождения! Привет! Ты видел? Я сегодня твою песню на начало стрима поставил, которую ты мне 70 лет назад записал. Спасибо, конечно же, я видел. Я все начало смотрел и спамил с днем рождения. Спасибо, Жрацк. Очень приятно. Мне мама записала, кстати, поздравление, которое длилось минут 5. Примерно как твой секс? Привет, так, получается. Привет. С чего мне начинать? Ура, день рождения! Не понял, а где музыка? Где моя музыка? Тут. Нет, ты
напиши мне слезою дождя на мокром окне. Ясный мой свет, ты напиши мне весенним лучом на белой стене. Ясный мой свет, ты напиши мне слезою дождя на мокром огне. Ясный мой свет, ты напиши мне слезою дождя на мокром огне. Кирилл, с днем рождения! Всем классного спасибо, вечера! Всех вас спасибо, люблю! Матушка. Всем вам больших пенисы! Ну что, Кирюша, ты стал уже совсем взрослым! Привет! Привет! Женя Луни! Здорово, Кирилл! Тебе снова 23! Да, 2 плюс 3 равно 5! Да! Да! А 2 минус 7, 7 минус 2 равно 5! Давайте с вами мы громко-громко сейчас все вместе похлопаем в чат. Напишите хлоп-хлоп. Кирюше, раз, два, три. Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп! Итак. Хлоп-х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 лоп. Ты, ну, молодо выглядишь. Даже, ну, сделал себе специальную операцию для того, чтобы выглядеть просто как куколка. Я даже сказал бы, не просто куколка, а какая-то... Смотри стримы одновременно головой двигаем. Мы объявляем песенку «Барби Сайз» от Бонси. Барби Сайз, girl, и я больше не твоя. Барби Сайз, girl, ты поверишь, мой обман, и я больше не твоя. Барби Сайз? Ебай, аплодисменты! Яхай, бля! Яхай! А спонсор сегодняшнего дня рождения — Милкис Доры. Милкис Доры, я бы сел тебе в лицо. Ну что, Кирюш, ведь лаги, их не существует. Абсолютно их нет. Это у вас просто лагают компы. Это и, правда. Вот у нас оператор готов. Есть все? Ага. Так, MC Макс съебал. Ну, неважно, у нас угадай мелодию. В прямом эфире шок-контент происходит на ваших экранах. А у нас есть поздравление для великого нашего президента страны подписчиков. Его расскажет Мятная. Да? Да, от всего телеканала СПТВ мы хотим поздравить великого нашего президента СП с днем рождения, расти здоровым, справедливым и умным мальчиком. Пусть всегда будет рядом друзья, которым весело играть и знакомиться с окружающим миром. Желаем тебе счастья, здоровья и семейного благополучия. Пусть удача озарит тебя и всю твою семью. С днем рождения! С днем рождения! Как мне эти мелодии слушать? Я считаю, что можно у нас, в принципе, начать их слушать и, а, конечно же, отгадывать. Кирилл Баранкин. Охотники на за привидениями. Та-та-ра-та-ра. Внезапно. Ну, получается, приступаем к следующей песне. Это Бакуганы. Блядь! Ну, совершенно неверно. Вы какое-то аниме называете, тут такого не бывает. Да. О, телепортируйся. Скажите, что это Майнкрафт ТПЖ? Знакомое что-то. Пика бубуши до Хэллоуин фулё. Кирилл Баранов хочет Overwatch. Да! Спасибо, я вот такого карася еще поймаю сегодня на конкурсе рыбалки огромного. Я понял. Вы уже наняли подводных вот этих плавателей? Карась. Совершенно кто-то хочет ответить. А кто хочет ответить у нас? Пятерка первый был. Не, я был Баранов, второй, я честно был второй. А, я был первым, Кирилл вторым? Ну ладно, я думаю... Знаешь. Я думаю, это Гонфлад. Не правы, вот вам сальтуху могу. Это Weekend Blinded by the Lights.
I'm blinded by the lights. Какус, у тебя все получится. Блин, спасибо, я пытаюсь. Как-то хочет ответить, получится ли или нет. Это сухар. Я не знаю. Кто? Три корочки, да? Кириешки. Да-да-да, это по-любому я слушал миллионы раз. Это Ганни Вест, Луи Питон. Да? В смысле, чё? Гангста Парадайз, Гангста Парадайз. Хочет отдать. Совершенно верно. Вы знаете, каким-то удивительным образом вы держитесь в лидерах. А, слушайте, у меня просто есть предположение, то, что вы зашли в мою музыку ВКонтакте и оттуда мои плейлисты просто взяли. Какие вы строите догадки интересные. Да, интересные догадки. Если это, сука, на мне, значит, она богата. Совершенно верно. Это вот он, ваш Моргенштерн, который спрятался именно здесь. Женя Моргенштерн, привет, здравствуйте. Да, 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 да. Едет на девятке по автостраде. Ноль ночных дорог. Быстро. Как же так? Горим, блять, горим, ёб твою насрал, хули вы стали? А на этом мы заканчиваем. Спасибо всем. Спасибо, пока. С днём рождения! Ура! С днём рождения! Желаем тебе счастья, любви, здоровья. Привет! Поздравляю тебя с днём рождения! Сразу после видео выходит динозаврик и поёт трек The Long Song. Встречаем! Динозаврик! ПБР, уберите, пожалуйста, ну, со зрительного поля людей. Да ну не так, блядь! Да, Кирилл, поздравляю с днем рождения. Там, ты вообще да, охуел, типа? Здоровья, любви, да? Успехов. Да? Вы ебанулись, и... нахуй! Спасибо, что я возможность даешь. Ну. Спасибо, динозавриха! Извини, что я отвлекся на то, как МС Макс страхает. Появилась внезапно женщина года, тысячелетия. Та, которой не интересны фильмы, а интересен хуй. У нас конкурс «Унись ЛПшку», и я приглашаю на сцену Лизу ЛПшку. Я возьму с ней мини-интервью. Сникерс или Баунти? Твикс. Потому что две палочки лучше, чем одна. Ха-ха-ха! Молодец! Суть конкурса будет, значит, три разных бита, которые должны будут унизить ЛПшку в стиле рэп. Ай, за воровство бита. Don't touch me, please, don't touch me. Kill him уже. Shut the fuck up, stupid shit! Окей, окей, амсон. Давай, Соня, разъебай. Давай, пошла, Соня, хуярь. ЛПшка, уисосала возле батика моего и кончила ко мне, да, ЛПшка, моя ты бывшая подружка, я любила тебя, но не сейчас. Ты зачем спиздила треку великого? Ты хотела опозориться и пошли. И вышла на сцену. Нормально, Жигуни. Все нормально. Ты лучшая, Соня. Спасибо. Аплодисменты. Выебала пофиг. Слэм. Движение побольше, разум заебал.
Пусть гуляет дольше этот карнавал. Мощная материя просыпается, выходит бухгалтерия, шоу начинается. Танцуйте, охуярьте, на завтра насрать. Нам нравится играть на этом корпорате. Танцуйте, охуярьте, на завтра насрать. Нам нравится играть на этом корпорате. Ну я считаю, теперь после выступления на дне рождения президента осталось выпустить песню «Мой лучший друг президент Пятерка». Да, короче, да, всем да, спасибо. Да. Поздравляю нашего президента с днем рождения. И в честь президента! Гип-гип! По тортику! Гип-гип! А по меня... тортику! О, ну, гип-гип! По тортику! А несколько жителей Отца для поздравлений Кирилла! Давайте все поприветствуем жителей Отца на сцене! Бля! Будь всегда в шикарном теле, чтобы все тебя хотели! Чтобы интим был страстный очень, утром, вечером и ночи. Чтобы мебель вся трещала от таких страстей накала. И всегда дрожали ноги от блаженства и восторга. Поздравляю с днем рождения! И желаю приключений фееричных и интимных. Сладостных и взаимных. Дальше. В каждой позе, чтоб любилась, веселее сердце билось. Чтобы жизнь тебя имела, ну а ты ее в ответ. И вставай ты на колени, только в случае одном, чтобы в этом положении ощутить любви подъем. Слава СП! Слава СП! Слава УТАР! Ура, ура, поздравляем! Сталкиваем нахуй МС Макса, пацаны. Да туда, блять, его! Днем рождения! Кирилл, поздравляю тебя с 40-летием. Желаю здоровья крепкого. Все. Охуенно. На сцену мистера с башкой коня и сердцем льва Саске Обрыжки. Алло, хай, здравствуйте. Я долго, блин, думал, что мы подарить человеку, которого, как бы, ну все уже есть, я перебрал всякие варианты, там, да, здравствуйте. Я обратился к эксперту в сфере подарков, так сказать, дайте мне чужих денег, то есть, да. Мы пришли к общему, так сказать, решению, то есть, да. А куда мне ее сейчас это? Ой, блядь, ой, а у меня это. Это он от Саски, прямиком из Украины. Реально от Саски? Ебать. Охуеть. Гля, я в такой же в Майнкрафте. А сколько стоит? Да-д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 а
От мистера вопроса, чтобы сперма всегда была сладкой. 40 килограмм хуйни, блядь. Нахуя это? Я откуда знаю, блядь? Ладно, 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 я помогу. Стой, не надо, не надо. От мистера вопроса, чтобы сперма была... Знаешь мистера вопроса? Ну да, да, знаю. 55 банок ананасов консервированных. Ну это покупал я, блядь! Я нахуй этим занимался. Отсосити, город мечты, город любви, город победы. Здесь охуенно и пиздато пиздец, множество красок, крепчайшей дружбы. Здесь охуенно, подтвердит любой жилец, здесь самые-самые лучшие люди. Здесь охуенно, здесь жизнь и рассвет, здесь охуенно, печали просто нет. Здесь охуенно, идите к нам, только радость подарим всем вам. Отсосити, самый эпейший город, тут возможностей море и прекрасная погода. Отсосити, самый добрейший город, тут да, красивых мест много и пиздатейшая дорога. Оу-оу, оу-оу, когда на всех площадках. Оу-оу,
подсосить их, построен полностью с душой. Все ребята внесли свой вклад очень большой. По маленьким кубикам выстроен с нуля. Как же горжусь тем, что проживаю тут я. Ни в ебе, ни пиздачи, чем здесь просто нет. Отсосите словно блестящий самоцвет. В отсосите никогда не погаснет свет. Отсосите будет жить еще много лет. Отсосите. Фантастический город, титанический город, город лучших друзей. Отсосите. Космический город, кристаллический город, столица лучшей страны. Это правда, это правда. Самое лучшее. Столица лучшей страны. Спасибо, Страйдер, а спасибо. Я не слышал до этого ни разу. Если вы еще хотите песен, их есть у меня, потому что прямо сейчас мы встречаем на этой сцене The Bonsies. Ой, а у меня хлоп. Хлоп. Блять, у меня есть ключ от Бугатти. Теперь песню, что ли, про Бугатти надо? Писатель, и я писал этот стих с душой, держа сердце. С днем рождения, Кирилл! Сердцу радость я усил. Пусть здоровье только крепнет, огонек в глазах не меркнет. Отдыхать тебе блестяще, звать друзей к себе почаще, исполнять мечты и планы, посещать моря и страны. Спасибо, спасибо, мистер Петер. На мои. Спасибо. Суть конкурса. Рандомные смельчаки из зала с России или безлимит на телефоне будут звонить по всяким заведениям и пранковать их, задавать им наши вопросы. Прачечная? Да, я слушаю. Сколько будет стоить почистить топочку? ЛПшка. Топочку. Топочку, там опыт. Починка топочки. ЛПшка. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ну там ботинки, поножи, нагрудник, шляпа. Вот. Просто сломалось, понимаете, ПВП на кристаллах был, сломалось и баба. Это просто кринжовый ужас. Выходи вперед, Орден Карла, потому что прямо сейчас ты будешь звонить в доставку пиццы. И самое главное, тебе нужно разговаривать с ним по алфавиту. То есть первое слово на букву А, второе на букву Б и так далее. Пиздец. Алло. На Б теперь. Вы пиццерия? На Б, блядь, говори, какой вы пиццерия? Блядь, вы пиццерия или нет? Алло, блядь, вы пиццерия? Сука, чё она сбросила? Не, я перезвоню, блядь. Следующего, кого я хочу вызвать, это будет Кактус! Иди нахуй, боже. Кактус, мы хотим, чтобы я засмеюсь, ты... я не сдержусь! Чтобы ты на полном серьезе позвонил в шляпный магазин и спросил, почему Мэш не выходит на связь. Пиздец. Выясни, пожалуйста, что с Мэшем. На главных уборах, да. Извините, а вот я был у вас вчера, почему Мэш не выходит на работу? Кто? Мэш. Ну, если что-то надо отрисовывать, сегодня отвечу. Мэш? Да. Кто такой Мэш? Ну, в смысле, ну, вы не знаете Мэша? Он у вас работает с основания. Блять, офай нахуй! Я умру сейчас. Мышовский. Что? Да. Мэш Мышовский. Азбомбер!
Точно туда звоните, да? Ну, я магазин шляп, может, я, конечно, ошибся, но вроде нет, магазин шляп же. А, полная шляпа. Еще раз? Полная шляпа. Не, вы ошиблись. Да? Ну, если вы надеетесь, Мэша, то передайте ему там привет от меня. Пизда. Это был кактус! Полная хуйня, я сейчас умру нахуй. Блять, я хочу еще, блять. Гончарная студия, да, еще раз. А у вас все можно лепить? Мне шумоподавление вырубят. Сейчас, извините, мне нужно шумоподавление вырубить. Она спросила. Мы вызываем Господа Бога на эту сцену! Бля! Геночку! И жену! Черта! Чертовку! Соню! Здорово, Ген. Я черт. А, привет! А! Ген, скажи Гена. Что-нибудь геновским голосом, пожалуйста. Скажи что-то геновским голосом, ты шо? Я мистер Ганака. Ого! Ура! Вот! Вместе мы с Кириллом живем 5 лет, и эти 5 лет были для меня прекрасные. Пук самый лучший. Да, не ебет мозги. Не ебет. Но я сильно люблю и рада то, что мы с ним столько много времени живем долго. Вот. Кирилл очень веселый, малый, и надеюсь, что таким кстати, подарочек у меня в животике. Чуть-чуть запоздает. Вот. Я считаю то, что Кириллу точно не 27, потому что я бы не сказала, что Кириллу 27. Так это неправда. Потому что уж слишком уж по мозгам он молодо выглядит, я бы так сказала. На 5! Да, на 5 лет, на 5 лет, реально, на 5 лет. Это вот, вообще поздравление или оскорбление? Поэтому я пожелаю Кириллу только... Ну, самое секса. Главное, наверное, это здоровье. Секса, ну, надеюсь, секса, он за ним, за этим будет следить. Ну, блядь, и счастье пожелаю. Чтобы писюн стоял до 60 лет, а то как, зачем тогда он мне нужен будет, да? А, и вот еще, Пуксик, на тебе подарочек. Это, храни этот подарочек, именно это от меня знай, да? Потому что я на СП же не играю. Держи это именно от меня. Пошли вон! Пошли вон! Ека, ну я тебя просто ненавижу! Ну ёбаный ты кушки! Ай, вот. Короче, Кирилл, я тебе хотела сделать вот такой вот подарочек. Но я как поняла, у тебя как бы люди, которые очень странные. Жесть, Соня, откуда ты взяла такой крутой подарок? Я нашла его, нашла. Я сейчас расплачусь, потому что Ека испортил мой подарок. И мне это было неприятно. Смотри, Сонечка, это не важно, какой подарок там. Ведь самый главный подарок ты можешь делать прямо сейчас. Подойди и обними своего любимого мальчика Кирюшу. Я его маму ебал. Испортил он ведро. Какой гандон, реально. Это наш Геный подарок был тебе, чтобы он у тебя единственного не плакать хочется, ребята. Человека был этот бедрук. Значит, после этого, ну, мистера Еку, я думаю, на полгодика можно отстранить. В принципе. Но это не важно. Пук, мы с тобой уже 5 лет вместе. Значит, мистер Пятерка, Кирилл Барана. Да? То есть у вас день рождения сегодня. Поэтому я поздравляю всех игроков, всех девочек и мальчиков, потому что это случается только раз в году, вот, день рождения Пятерки. Вот, мы построили шатер и все остальное. Вы, мой друг, уже, ну, реально очень много лет, да? То есть я вас помню таким, ну, таким милипупсиком, который, то есть, снимал ролики, там, вот это вот, я вам помогал, и вот это очень было мило, и, то есть, мы с вами прошли такой великий путь, ну, это было очень приятно, и вот, и я надеюсь, то есть, то, что этот путь будет очень-очень-очень-очень долгим. И, ну, то есть, просто знайте, что мне с вами очень, ну, то есть, приятно иметь с вами, то есть, связи половые, и не только. Вот, и у меня есть, значит, песня. Если меня будет плохо слышно, мне будет все равно, потому что я, ну, то есть, я уже тогда меня не остановить, понимаете? Поэтому, то есть готовьтесь.
Вот копила, вот копила, пока лес корпоратива, под кавказские мотивы отдыхаем мы красиво. Вот копила, вот копила, пока лес корпоратива, ты танцуешь так красиво. Снова 23 от силы. Джин и тоник, я в душе такой разбойник. Не поверишь, сам не верю, но джин тоник в это верит. Водка соком помидорным, ну не будь таким упорным. Просто покраснели глазки. Ooh, you want this beat, right? Спасибо большое! Вау, красава! Приглашаю всех вместе петь! Караоке! Блин, спасибо большое, очень приятно. Я надеюсь, это из Леди Баг. Гена, офф и рестарт! Voilà que je suis, me voilà mes messieurs, mes amis je pars, me voilà de nombreux dans nos silences. Чудо вокруг, лишь оглянись, да. Regarde-moi, ou dis-moi ce qui me reste. Regarde-moi, regarde-moi. Et mes yeux ne m'aiment tout ce que j'ai d'ici. Si mon gars me crie, me voilà, me voilà, me voilà, me voilà, 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 voilà. Da da ti da da, da da ti da da, da 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 da. Капуц. Это капуц. А сейчас всех приглашаю на улицу. Будем смотреть салют, а позже сжечь костер. Гриферим то, что... Сначала изнутри, а потом снаружи. Ну все, короче, похуй. Зажигать? Да. А включите начинаем. Музыку какую-то, ну, жесткую такую, типа... О! А потом, значит, привет, передаю привет МС Максу. Передаю привет МС Максу и говорю ему, что он крутой пацан. Да, вот так вот. Это день рождения пятерки. Канал Фуга ТВ, канал Пятерка, канал Плейкрафт, канал Анал, Анал, канал. Спасибо, подписчики, спасибо. Все, уже ночь, уже ночь, уже все, ночь. Ночь! Срываем фейерверки! С днем рождения, Кирилл! Спасибо, спасибо. А, сейчас. Блин, музыку спасибо подумай. Большое, очень Пла- приятно. Ты, эй, цыпа, подойди сюда. Цени, как он блестит. У меня был секс. Это правда. Это моя работа. Они везде вообще, они не успевают своим словом. Самым жиром валю я бока. Трусики девчули висят на зеркале. Форд Фиеста, Форд Фиеста. Пригласил пекарнючицу, замесил ей тесто. Блин, кайфово. Спасибо всем, кто организовал. Жраку Луни за то, что он жесткий ведущий. Конкурсы были крутые. Было смешно, кринжово. Спасибо, спасибо. И всем, кто пришел, спасибо. И подарки я буду распаковывать. Мне сказали, куда-то вот сюда надо подарки складывать, я не помню. Спасибо всем, кто пришел, реально. Респект. Потом еще будет, ну я не знаю, сегодня или не сегодня, распаковка всех подарков. Это Кирюша! Все, обычно у меня на той вебке Какус, а теперь будет Кирилл Баран.
Ебать, да, мне подаришь что-нибудь? У меня слотов немного. Подожди. Может, тут быть. Один чел подарил 37 шалкеров подарков. Кстати, теперь строим шатер обратно. И сделал бы здесь какой-нибудь, может быть, парк влюбленных, чтобы показывать, что любовь должна быть как бедрок. Вот. Ну, типа, вот мне Сонечка как бы подарила его, да? И вот, чтобы любовь была как бедрок. Да. Пиздец. Здрасте. Вот вам, пожалуйста, подарочек. Блин, и с книжечкой. Спасибо. Так, кто это? Сода хуй. Так. Значит, Чувак-облоки. Я очень заебался это делать, вот, но, ну, вот просто оцени вот этот шалкер, и, ну, ты просто поймешь, насколько это заеб. Блядь. Опа! А, нет, там подписано, просто не заметил. Нихуя. Там звезда. Подписано. Ебать. Мистер Пятерка? Да. Вау, мистер Пятерка, спасибо. Оля, ты мне хочешь подарок дать? Да. Это я всякие прикольчики. Вот череп можно куда-нибудь в свою пещеру поставить. И еще я две вывески купила, чтобы ты в своем баре повесила реально вот эти замечательные вывески. We are open. И еще сейчас. We are closed. Спасибо, Ольга Олегофрен Олеговна, Олег. Вау, привет, Канко! Да, да, это, ну, короче, у меня очень грустная история, у меня очень скромный подарок, тут просто от Стуганмена такая небольшая, вот. Хочу там текст, книжки на я уже прощал семь, чем он есть оригинальный. Потому что я знаю, что ты ненавидишь читать эти огромные текста. Вот, но у меня есть грустная история, короче, мой сюрприз сорвался. Почему? Вот. Ну, потому что я... Ну, не знаю, рассказывать, да, наверное, уже все равно уже не произойдет, к сожалению. Я очень хотел приехать, короче, вот. Правда? К тебе. Да, вот, но там у меня были какие-то проблемки с родителями там, вот. Короче, капут. Из-за ситуации в мире меня не отпустили, к сожалению. Капут. Вот. Я подарю тебе маленький подарок приятности и потом еще кое-что. Это маленький такой, смешной. А это со всеми звуками? Как ты поступил? Вау, Суджи, да. Привет! Я надеялся, ты мне корову в реальной жизни подаришь. Ну, приезжай, подарю. А не, пока не надо, что вот, скажешь. Держи. Ой, а что это? Потише, баран спит. Да-да-да, вы потише. У меня нету рамок, но там очень знаменательные 6 карт. А они по отдельности их можно или нет? Нет, это все один арт. Это вот сосите самый первый? Да. Ебать. Да. В единственном экземпляре, больше никого нет. Ебать. Подожди, а что, копировать их можно, да? Я бы их заламинировал уже. Не... Короче, так как это было до того, как Гена сделал плагин, нельзя сделать, чтобы они были некопируемыми. Ебать. Ебать. Очень приятно. Я хочу всем спасибо сказать, кто пришел на день рождения, кто вот участвовал в его организации, кто мне какие-то подарки дарил. Кирюша вам передает всем пока. И переезжает жить на мусор. Это он вам улыбается, вот так. Я хочу итоги подвести, потому что как-то очень быстро все кучеряво закончил, да? Ну, потому что Игорь привел, блядь, и сделал бомбу реально, да? То есть, ну, все день рождения, нахуй, одним этим козленочком, блядь, овенком было перекрыто. Ну и, короче, чё, мне очень понравилось реально. У меня так и не было особо чувства, что у меня день рождения. Вот с каждым годом все меньше я теряю, но я не хочу, блядь, себе день рождения, потому что я не хочу стареть. Вот, но мне очень понравилось, мне все сверх реально понравилось, все было кайфово, реально было какое-то ощущение праздника, что это для меня, но и одновременно не для меня, потому что если бы все было мега для меня, мне было бы кринжово, я такое не люблю. Пришло 200 людей на день рождения в шатер, и все просто смотрят, как для меня что-то там пляшут, да? Вот, я такое не хотел, я же сначала просил, чтобы конкурсы могли бы быть для всех, чтобы кто угодно мог участвовать в этих конкурсах, чтобы залы выбирали, да вот. Ну, короче, вот это было прикольно, мне понравилось. Окупилось или не окупилось, я не знаю. Если честно, это сегодня будет подсчет подарков. Это тактика моя всегда такая, на дырчик. Я сначала делаю обзоры на подарки,
А потом ставлю вот сюда шалкеры. Сейчас, ну надеюсь не спиздили, но у меня такое, я не помню, 2 года назад или когда. Были челы, которые у меня пиздили подарки. Вот это такая самая кринжовая хуйня. Сейчас посмотрим. Да-да, друзья, что вы хотели? Вот тут мой, по-моему, подарок стоял, желтый шалкер. Проверить, да. Ну поставь туда любой блок, я проверю. Слушай, его реально чел какой-то. Кужожатаро. Я расстроен, я книжку там писал. А, это долбоеб, который ко мне в яхту приходил лутаться, как в данж, блядь. Попиздил. Алло. Гена, я тебя не разбудил. Не-не-не. Блядь, пиздец, короче, нахуй, Гена. Ну это, блядь, пиздец какой-то, нахуй. Шо-шо-шо. А ты можешь подойти ко мне, нахуй? Блять, какой же он охуевший, сука, ну это ж, это просто роспись в своей тупости, нахуй. У, блять, владельца, а? Сервера спиздить, блять, подарки на день рождения, нахуй. Так, давайте, министр Ганака, я включу. Вот, вы смотрите, вот. Так, значит. Это что, это его что? Это Эндер Чист. А ну-ка, подожди, оранжевый, посмотри-ка, оранжевый. Нет, не он, а просто вот фиолетовый. Вот этот есть. Вон он, блядь. Давай, давай-ка его нахуй сюда, блядь. Доставать? Да доставай, подарок, конечно, ёбаный нахуй. Подарок. Так. Вот это. Спиздил, козёл, подожди. Так, Ген, вот короче, смотри. Иди, вот встань и вот как я смотри на вот этот блок. Вот на вот этот блок. А, смотрю. Так, смотришь на него? Смотрю. Так, а теперь пропиши вот эту команду открытия его инвентаря. Ага. И теперь вот на первый слот наведись. А можешь Q нажать? Ну просто Q, так, нажми Q. Ну ладно, ладно. Да-да-да. И вот так вот просто введи, знаешь, мышкой просто вправо. И Q, 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 вот так вот, можно? Ты уверен? А чё? Так, а вдруг тут подарки? Угу. Походу, это те самые спиженные на зарядке. Слушай, это... Да, подожди, я... это тоже! Да, подожди! А я вот... Чё? Гля, сука, тоже подарок от Лайф Егора. Гля, гандон. Да. Во, гандонитос. Так, теперь backspace нажми, вот, нажимай. Так, еще... О. Так, и теперь смотри, на клавиатуре, да, нажми И русская. Так. Так. F, русская, F. Ага. И буква T русская. А-а-а. Да, Enter. Ага, спасибо. А, так. Давай, а ты мой подарок видел? Нет, а где? А, ну все тогда, ладно. Он потерян где-то в душе, где-то там в просторах непонятных, короче. Ну, он был у тебя в какой-то момент в инвентаре, а потом я перестал смотреть твой стрим, и, ну, значит, ты его выкинул, скорее всего. А что у меня было? А когда ты мне его подкинул? Что это было? Да книжка была. Ёбаный фак. Все, она теперь где-то на сервере там где-то. А, вижу. Сертификат. Сертификат на шпилибундик с хлебом, а именно. Бан любого игрока без причины, то есть по приколу. Ебать! Бесплатный Шрек с Ганакой? А почему бы и нет? 130 рублей. Блять, сюда нахуй. Кто-нибудь хочет? А ты можешь разделить договор на две части? Мне вторая. Да, его порвать пополам бы. Первую неделю я, а вот на вторую неделю она. Не, подождите. Я... Ты можешь? Я хочу на кому-нибудь из вас испытать этот сертификат. А, ну так бы и... А, ебать, блядь. Конечно, нахуй, сразу накинулись. Такая власть мне дана. Но я это приберегу, как бы, на самые... Что ты делаешь? Это мой подарок. Подожди, ты плачешь? Итак... А? Ты плачешь? Да. Почему? Я расчувствовался. Я на празднике расчувствовался. А какой подарок? Вещи веселые. Итак, сначала это процентики. Опа! Арчики, день. Актив. О, спасибо. Попробуй сам дел. Светится Билтон Фейлизи. Это вот, подкинули печеньку. Я не знаю, может она и дойдите, доверишь? Да. Вот. Спасибо. Дальше тебе от магазина.
сыну хоть один подарок, ты примешь? Я принял, Арт. Так вот. Ага. Это у нас для тебя специально тайная коллекция. Называется Кириуша. О, блин, спасибо. Это все из бараньей шерсти. Ирога, да. Вот, дальше. Ты чего сеешь? А, вот, смотри, это тебе чиница. О, спасибо, спасибо, это на респекте, это очень круто. Мы прачечный. И готов? Да. Это штука, которая была сделана через неделю после открытия магазина. А ну-ка. Это просто считай дип. Вип-билет. А ну-ка. Это скидочная карта полушляпы. Древняя. Вау! А нахуй она мне нужна? Паспорт можешь кредитовать. А, все, я тогда понял. Ну, да. Это сертификат на то, что ты крутой. Да, спасибо. Ну, ладно, вот. У меня какая-то еще есть штука. Можешь сюда выгурить. Еще это здесь. Прикол. Деньги, девцы. Пиздец. Нет, спасибо, да, нет, да, да, ну, ну ладно. Пошел, ну, да, ну, блядь, да я же это, ну, я пошутил. Все, это я типа не понимаю. А, ну у тебя просто нету, да, типа, эмоций? Да, да. Ну я тогда пойду. Ну, давай. Уже? Давай, давай. Да, давай, удачики. Да, давай, пока. Итак, дамы и господа, спасибо, что напомнил про RGB. Случайно написанный хит. Бугари, Саска едем на пай. Бугари, Саска едем на пай. Мы с Саской едем, ты беги, беги. Продюнил файтер, сэдди, да, блядь! Ну там Саски смонтируют, там нормально, я просто сбился, я ни разу не зачитывал еще. Надо было потренироваться, да? А, еще подарок? Мы это давно очень построили. Тут поймала сколько... Бугатти. Очень... Александр, там Александр. Да, это очень красиво. Это мне, правда? Спасибо, да, тебе. Ты, может, выедешь отсюда? Я выезжаю. Бля, вот Бугатти как будто один из самых лучших подарков, если честно, это вообще пиздец. Это забей просто. Нет, ты по-другому бы развернулся, блядь. Не, шлифовать не хочу, что-то резину портить. Она-то знаешь, сколько стоит? Дорогая, мишленовская. Вот сюда, вот сюда. А, блядь. Что, не помещается? Понял. Блядь, что, не проезжай, сейчас подожди. Слушай, давай-ка ее, ну, просто переставим. О, едем, едем, все, едет, все. Вот эта дверь открывающаяся, это вообще пиздец. Ты когда из нее вышел, типа, я вообще охуел. А видел у нас еще костюмчики такие топовые? А, блядь, у вас там написано, да. Ребят, Стас, скажи честно, ты открыл с денег на нарезок свой завод Бугатти? Да. Так все акции мы вчера покупали, продавали, блядь, ты что, не видел? А я думаю, что доллар взлетел? Да, блядь, это все. Все продали, это сколько миллионов было. Ребят, у вас нет ощущения, что день рождения Кирилла как будто длится бесконечность, типа, оно... Уже третий день. Завтра празднование в РЛ, это вообще чудо нахуй. А, вот от РКР, кстати, вот подарок. Каждый козий рог, да, вот я вот это вот смотрел, да. Итак, я прошу вашему вниманию, коровий переворачиватель. У меня стой, нет. Ставь кнопку. У меня нет. Нет кнопки. Ребята, у меня есть, держите. Куда? О, давай, ставь, прямо сюда. Это Bluetooth. Раз. Давай. Еще три. Раз. Давай. Два. Три. Так я прямой говорю. Назад перевернем. Давай, нажму. Раз. Возможно, давай. Два, три. No way. Бля, нихуя это мне тоже.
Нельзя, блядь. Да, можно, можно. Что вы тут делаете? Это игра, да, топовая, братан. Это тема. А что это? Это из рандомных блоков нужно поставить. Все, поставил, братан, я поставил, поставил. Yes, yes. Бля, ну вообще прикольная игра. Ой, имба. Пиздец, блядь, пацаны, это вечность. Это вечность сортировать. Это миллионы лет сортировки. И в ЛС я тебе скинул видос, короче, если у тебя есть там скобы вот эти вот для степлера. Блять, смотрите, он просто скинул, ну, типа, видос и скоб для степлера, вот. Это мне на день рождения, видимо. Ну, ты же конструктор любишь, нет? Блять, еще тотемы, ёбаный фак. Не, пацаны, я, наверное, это буду без стрима все разбирать, потому что вы заебетесь, мне кажется, это смотреть. No!